Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Да, на каком канале наши друзья? Гейка. Ну, канал Baby Go. Да, не хочется нас озвучивать. И сегодня у нас продолжение. Let's play у нас, да? Lego Hero Knight. Lego Hero Knight. Ну что, поехали? Поехали! Сейчас будем всех побеждать. Так, будем разбираться, да? Ну что, го? Ого, а это что? Ого. Дан-дан-дан! Я называю это боевые доспехи. Ничего себе, да? Ничего себе! Что происходит? Дэн, ты все понял? Да. А я не очень. Какие-то успокаивающие орлы драконьей ярости. Загружается у нас с тобой, да? Сейчас пойдет, подожди. Сейчас будем, наверное, с кем-то воевать уже с усовершенствованными силами. Смотрим. Так. Вот они, большие доспехи, Дэн. Ну, крутяк. Все, у нас мега некса сила. Мы нужны людям. Давай людям помогать пойдем, да? Так. А что это такое? Здесь нельзя пройти, да? Ага, держать. Видимо, чтобы использовать взрывную волну. Так. Что сейчас будет? Надо поближе подойти, наверное. Класс! Мы прорубили проход. Дэн, ты видел, что мы сделали? Стеночку с тобой сломали? Да. Сражаемся. Какие-то дяди. А мы такие большие, что нам такие клопы не страшны. Все? Пойди там у меня. Давай, проведи. Нарисованно проведи. Даже ноги течет. Да, давай пауком бей. Бей пауком. Вот какие цифры вылетают, да, Дэн? Вон сзади, смотри, вот этих вот бей. Так, отлично. Всех зарубил. Молодец. Сундучок открываем. Давай, сейчас что-то выпадет. Подожди. Зачем ты силу используешь лишний раз? Побережем нашу силу. Пойдем дальше. Какие мы большие, серьезные дядьки-то, однако. О, смотри, опять стена. Сейчас будем ломать, да? Да. Будем спасать, помогать людям от всяких злодеев облакоподобных. Второй бой. Готов? Ну-ка давай, раздай-ка им хорошенечко. Молодец. Руби. Вот. Вот этого последнего маленького давай. Ну что он тебя обижает? Ну-ка разберись с ним. Все, хорошо. Вот этот справа смотри. О, это какой-то главный. Каменник-камнемет. Давай. Вот теперь можешь силу использовать. Давай. Успокаивающие орлы драконьей ярости! Да ты что? Что там прилетело? Там 1000 прилетело, не 100. И что? Мы смотри, у нас вокруг аура какая-то сияет, да? Вот что-то еще выпало. Подожди. Так это что надо собирать, Дэн? Это нормальная штука. Так. Уровень 7. Силы прокачали. Смотри, у нас теперь силы прокачаны. Давай вот это прокачаем. Драконья ярость или что это? Награды, смотрим. Одна награда. Это к этому супер костюму, видимо, награда. И все клею. Меч еще. Ну, короче, нормально, собрали ништяков. Отлично, Дэн. Опять барашки блеют.
Теперь ты можешь... Подожди, давай прочитаем. Теперь ты можешь улучшать боевые доспехи и становиться еще сильнее. Ну, отлично. И что мы можем... Давай нажмем, посмотрим. Посмотрим, что мы можем теперь. Так, подожди, давай подумай, что нам надо... Да, нам надо подумать, подожди, не спеши. Давай подумай, что нам надо улучшить. У нас есть 300. Меч первого уровня. Смотри, доспехи у нас слабенькие. Нам надо доспехи с тобой улучшить. А, что-то мы улучшили, но не поняли, что. Не знаю. Ну, что-то мы сделали. Накрутили что-то, да, Дэн? Да. Сейчас загрузится. Поезжай, и куда нам с тобой поехать надо? Какой-то замок, да? Ну-ка посмотрим, что у нас здесь ожидает. Это что такое? Непонятно. А, смотри-ка, мы можем вот что сделать еще. Это крепость, походу, можем улучшить. Давайте мы сегодня займемся улучшениями, а в четвертой части продолжим. Ну вот Дэн тут что-то улучшает. У нас это... А, это улучшение обычное, рыцаря. Мы Клея улучшаем. Дэн, а ты все уже улучшил, подожди, у тебя больше нечего улучшать. Закончились очки. Так, вот это можно улучшить. Наверное. Так. Или нельзя? Нужны чертежи. А, нам нужны для улучшения чертежи. И Месси мы ничего больше пока сделать не можем. 10 чертежей Аарону не хватает. Акселю не хватает чертежей. Ну все, вроде бы все. А, щит еще. Подожди, сейчас запустится. Так, это гоблин, да? Это получается... А, ну давай нажмем на тройную, да? Успокаивающие орлы драконьей ярости. Ну, и что? Против Болдран. Давай, нажимай на зеленые мечи. Прежде чем вступить... Yes. Что, сейчас будем с дядькой нехорошим драться, да? Болдран! Все, жди, сейчас запустится. Видишь, у нас извлечение памяти Мерлока. Погнали, да? Вот он. Ну-ка давай, проведи. Ой, все, мы его победили. Паука тоже победили. Давай, ты будешь бить, а я буду вот так вот бежать, да, на него? Оп! Давай вот этого тоже. Все, сундучок. Открываем. Подожди. Давай соберем, что сейчас тут собралось. Мы же хотим приодеть наших героев получше, правильно, Дэн? Хотим? Вот каменные горгульи. Ой, мимо. Надо держать, смотри, надо держать кнопку. И горгулья развалилась. А, все. Супер. Молодец, Дэн. Маленький теперь. Маленьких бегом, мне кажется, лучше победить, да? Вот так вот. Вообще без проблем. Изи, риэлтор. Вот он, босс вылез, да, Дэн? Давай мы его сейчас сильно ударим. Смотри, давай подержим. Давай, бей сильно его. Ой, он сейчас нас зарубит, Дэн, отпускай. Хорошо. Вот так вот. Очень большие цифры вылетают. О, как он напрыгивать еще умеет. Ты видел? Ну все, это все равно было просто. Сундучок, бери сундучок. Открывай, что там сейчас выпадет. Так. Это нам просто надо собрать. Еще какие-то бонусы мы получили с тобой, да, Лень? И у нас новый уровень. 8-й. И мы прокачали все, да? Награда, смотрим. Смотрим награду. Так, что-то для Клея. Опять что-то для Клея. И опять что-то для Клея. Одна награда. Одна награда? Разве одна? Господи, тут столько улучшений. Мы никогда... Ого, у Клея еще есть машина. Ты видел, Дэн? Подожди, давай разберемся, что с машиной-то делать надо. Наверное, вот так. Ага. Эту машину надо собирать, это, видимо, проект.
гусеницы. Отлично, гусеницы сделали. И, наверное, корпуса. Угу. А что случилось? Почему мы не можем поставить? А что происходит? Ой, слава богу. Устрашающе. Зона транспорта открыта. Теперь у нас тачка есть. На крутуши. Ой, она еще стрелять умеет, ты видел? Ну хорошо. Все, мы готовы. Устрашающий разрушитель у нас есть. Идёшь. Но я думаю, что мы это продолжим в следующем ролике. Друзья, сегодня была четвертая часть LEGO Nexa Knights. Мы нашли устрашающий разрушитель, собрали машинку, да? Поиграли большим и сильным дядькой. Ну а продолжение будет в следующий раз. Ставьте пальчики вверх этому ролику. И как пальчики вверх? Да. Подписывайтесь обязательно на канал. Оставляйте свои самые клевые комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока. Ура!